Ребята, а вот еще вешенка, но она высоко. Сломанное дерево. Тополь среди берез, как ни странно. Вот на березах я не вижу. И вот вешенка. Вам видно, не видно? Сейчас я ее попробую сбить. Вон она. Сейчас попробую сбить ее. Ребята, ветер сегодня не на шутку гуляет. Гуляет перед заморозком. Ну, воздух, какой чистейший воздух. Обязательно ходите на прогулки. Для легких, для сердца. Вот, вот лекарство. А не в аптеках, химия. Смотрите, и вот нашла сваленное дерево, вот такую фламулину. Ну, просто шикарная. Смотрите, свежая, свеженькая. Вот оттепель была, не подмороженная, конечно. Смотрите, какая крупная. Вот она. Здесь поменьше. Вот какая крупная, смотрите. И свежая. Упс. Вот поменьше. Вот сейчас покажу. Неудобно тут чуть-чуть. Вот такая вот фламулина. Фламулина. Читала в интернете, что японцы стали кушать регулярно вот эту фламулинку. И раковые заболевания значительно уменьшились. Фактически люди, которые ее употребляют, ну это, конечно, не раз покушать, а регулярно кушают. 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. И много не надо. Не надо объедаться. 100 грамм этой фламулинки 2-3 раза в недельку. И предупреждает опухоли. Вот такой гриб. Красивый. Красивый, ребята. Вот правда красивый. Ребятунечки, привет. Сегодня в березовом лесу, облетевшем уже. Вот молоденький лесок такой. Ветерок гуляет перед заморозками. Сейчас оттепель, третий день. Небо хмурится, на заморозке уже. И вот нашла я ива. И у ивы фламулиночка. Заразили меня фламулинкой. Ребята, смотрите. Смотрите, какая красивая. Их 3 вида, оказывается. Сталинская. Она на травке растет, у корней травки растет, на полях. Фламулинка бархатоножковая. А мы сейчас посмотрим, какая это. Это она. Свеженькая, хорошая. Смотрите, какая. Приятный грибочек. Я с ним недавно познакомилась, ребята. Ну, когда уже холодные погоды, а тем более снег и морозы, и она растет, это, конечно, для души очень приятно. Смотрите, какая свежая, красивая. Прям такая налетая. Налетая вот такая, смотрите. Ну, без зну. Я не подскажу. И у дерева есть 2 вида. Вот парень хорошо в видео рассказывает. Просмотрите, кого интересует. Вот, еще покажу вам что-нибудь, пройдусь. Обязательно покажу, ребяточки.